Всех зеленых поставили. Как у вас настроение, подписчик? Как у вас дела? Напишите в комментариях, как у вас дела. Норм, а то плохо. Короче, минус язык. Ого-го. Что-то уже получилось. Всем здравствуйте, братья, конечно, на канале Быстрее Channel. И сегодня мы будем продолжать проходить игру под названием Authority Bugs. Это уже, можно сказать, вторая серия. Сегодня будем Sunrise и The Love. Там делают свою музыку, да. Надеюсь, где вот эти анимации нету авторов. Ну, типа там... Без авторских прав, надеюсь. Да. Простите, что подписчики у меня, типа, на канале редко видосы теперь выходят. Но просто мне там... Ну, вы понимали. Понимаете. Учеба. Ну и так далее. И, кстати, сегодня первый день лета. Да, это очень круто. И первый день лета. И у меня на улице холодно. Офигенный день первого лета. Да. Ну, мы погнали играть. Sunrise сначала. Будем делать музыку. Так. Кстати, скоро на втором YouTube-канале выйдет новый видос. Вот точно он выйдет в этом неделе. Ну, поняли. Да. А мы погнали уже. Давайте сначала послушаем... Ну, кто, какой персонаж делает, ну, звук. Так, давайте сначала эти какие-то наушники я сделаю чуть-чуть погромче. А то я помню, в прошлом серии не так было хорошо слышно. Погоди. Во. Ну, прикольно, прикольно. Типа, такая чуть-чуть делает. Это что делать? Сейчас посмотрим. Ну, не посмотрим, а послушаем. А, слышу, он очень тихо вот так делает. Так, это что делает? Уже прикольная песня получается. Давайте вот так всех зеленых поставим. Прикольно. Так, что вот эти делают? Кто не помнит, это, ну, музыкальная игра. Ну, сейчас вы это точно заметили. Уж это точно. Так, давайте всех синих сейчас поставим. Так, понятно, что он делает. Этот что делает? А, понятно. Так, этот понятно тоже что делает. А, понятно. Так, давайте теперь красных послушаем. Что тут? Блин, так смешно. Этот красный делает. Да, ну что это точно, подпишите. Мне это гораздо больше нравится, чем Альфа, да. Ну, конечно, Альфа, оно не такое крутое. Ну, что это точно. Уже такая, можно сказать, песня получилась, да. Так, вот этих сейчас послушаем и будем концовки уже проходить.
Ну давай быстрее, окей, я тех тоже поставлю. Так, мы послушали всех этих персонажей, ну, в этом музыке. Давайте теперь будем концовку делать. Ну, концовки открывать, да. Так, для этой концовки нужен этот. Этот не нужен. Этот нужен. Этот не нужен. А этот? Не. Так. А вообще нужен? Так. Интересно, что за песня у нас тут получится для этой концовки? Это загадки, загадки. О, вот это нужно. О, все. О, ничего себе. Круто, круто, круто. Музычка. Там Лего был. Пистик. Тут сладости. Чё? Летающая тарелка. Это концовка. Так, ну, нужны эти, как я понял. Ну да, тут показано, что эти нужны. Этот нужен? Не. Этот нужен, нужен. Так. Первая концовка какая-то была... странная, непонятная. Вот, что она непонятная была, это точно. Уж это точно. О, все. Так, давайте послушаем, что это за музыка. Как у вас настроение, подписчик? Как у вас дела? Напишите в комментарии, как у вас дела. Норм, а то плохо. Либо хорошо. Либо очень хорошо. Так. Куда-то мы летим, короче. Куда-то мы прилетели. Надеюсь, подписчики там без авторских прав, если будет с авторскими правами. То-то плохо, да. О, ну ничего страшного будет. Ну с кем не бывает. Ну согласитесь, с кем не бывает. Так, это там не нужно, это не нужно, это не нужно, это не нужно, это не нужно. А блин, то какое нужно нам вообще? Так, вот этот нужен, этот нет, этот нужен, этот не нужен. Так. Надеюсь, что это концовка без авторских прав, еще раз говорю. Потому что если с авторскими правами, то не все увидят мой этот видос. И это плохо, конечно. Так, лев. Не помню, как это. Попугай называется, но как это называется? Логично. Это чё? Птицы полетели. Какая-то, короче, подписчики, странные концовки тут были. Да, уж это точно странные.
Почему? Вы, наверное, поняли, почему. Да, давайте погнали. The Love называется, да, мы сегодня, ну, как обычно, по две песни будем тут слушать. Так, что это делает? Прикольно. Ах, что это делает? Давайте сразу всех желтых поставим. Уже прикольно получается. Кто-то говорит как робот. А, то вот этот говорит как робот. Я понял. Так, этих тоже поставим. О, тут какой-то робот у нас. Это киборг, как я понял. Вот это киборг. Так, этих поставим красных. О, мне вот это нравится, вот этот перс. Ну, и как он, типа, озвучивает. Да, как вы знаете, мне очень нравится эта игра. Ну, согласитесь, очень крутая игра. Так, убираем эти, что тут нужно. Так, этот не нужен нам. Так, сейчас будем первую концовку открывать. А вот эти нужны? Нет, этот не нужен. Этот не нужен. Этот не нужен. Этот нужен. Так, давайте. Надеюсь, опять, что это без авторских прав, эта анимация. Музыка, короче. Такая была короткая, и я ничего не понял. Я эту концовку вообще не понял, нифига. Да. Так, нет, это не нужно, это не нужно. Не нужно, это не нужно, это нужно, это не нужно, это не нужно. Так, это не нужно, это не нужно. Я сейчас сломаю свой язык своим. Не нужно, нужно, не нужно, но нужно, нужно, не нужно, но. Короче, минус язык. Ого-го. Что-то уже получилось. Так, тут какой-то сейчас будет космос, да? Тут робот говорит. Анимация была опять короткой и непонятной. Ну, конечно, как еще должно быть? Опять вот эти нужны. Окей. Так, этот не нужен. А этот не нужен. Я больше не хочу так говорить, что типа не нужно, нужно. Потому что мне это уже бесит, как я говорю. Мне самому себя это бесит, ты говоришь. Просто идеально, вау. Что ты сейчас сказал? Я не знаю. О, вот это нужно. Вот это... Все, подписчики, это последняя концовка, и будем тогда потом уже прощаться. Ну да? Она дольше всех загружается, мне не кажется? Нет, блин, не кажется. Птица какая-то была. Короче, какая-то концовка была последней. Тоже странной. Короче,
В этом видосике вот эти концовки, они были странные какие-то, непонятные, можно вот так лучше говорить. Вот там, где Альфа, там вообще на все 100% странная концовка. Концовки, точнее, да, а не концовка. Ну да, логично. Ну пока же будем прощаться, да, в следующем третьем сериями мы пойдем в Бразилию и Элайф. Ну, слушать музыку, делать и концовки открывать, да. А в четвертом серии уже сами видите. Идеально. G1 из дистопия. Да, ну пока что будем заканчивать, как я говорил вам, подписчики дорогие. Ждите новый видосик на первом канале и на втором, конечно, тоже. Но пока что над этим все. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, потому что, во-первых, я стараюсь, во-вторых, потому что я делаю фотки, чтобы вам было интересно заходить смотреть эти видосики и стримы, конечно, тоже. И потому что еще что я монтирую эти ролики. А во-третьих, потому что я делаю сериал с моей командой. Да. А в-четвертых, потому что, ну, я, ну, сами знаете, что я делаю там обновление. Конечно, оно не скоро выйдет, скорее всего. Я не знаю, когда он выйдет, но он выйдет 100%. Просто подождите немножко. А во-пятых, что я делаю? Стримы, да? Ну и я объясню, зачем подписываться на мой канал. То подпишитесь, конечно, на мой YouTube канал. Ставьте много-много лайков, чтобы я понимал, что вам нравится этот видосик. Тогда я больше таких подобных видосиков буду снимать. Да. Ну и еще разбейте, либо просто нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы, конечно. Тоже и пишите комментарии, мне будет их очень интересно почитать. И всем пока-пока. Над этим все. Всем пока-пока. А я вам пока что желаю только одно. Удачи. Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Пожалуйста, подпишитесь.